который с закрытых позиций в тылу, там постоянно меняя позиции, не часть места на место, лупцевала по окружающему пространству и выкашивала штурмующую немецкую пехоту. Берем. Немцам удалось после, так сказать, очень долго и напряженно, так сказать, продумывали, как не взять штурмом, а не взять с большим тылом. Именно потому, что двигаем вперед этим центром управления артиллерии. Зажали. Это внушает уважение. Потом уже начинаешь читать по второму разу наши мемуары Крылова, который говорит о том, что использовали линии связи старого, так сказать, прошлого англо-индийского телеграфа. Я думаю, частично провода смотали и линии связи. Вот эти линии связи позволяли городу держаться дольше, чем он мог бы держаться. Все. И тут очень жалко, как раз, что называется, вовремя не накопили. Вот если накопили.